В Молдове введен желтый код террористической опасности. Соответствующий указ подписал глава службы информации и безопасности. Мера предполагает умеренный уровень готовности и подразумевает, что согласно информации СИБА, существуют предпосылки и факторы риска, которые в результате могут привести к террористическим атакам. В случае введения желтого кода террористической опасности, компетентные органы обязаны предпринять ряд мер. Прежде всего, усилить контроль на госгранице, в аэропорту, на авто и железнодорожных дорожных вокзалах, а также в других многолюдных местах. И речь идет о массовых мероприятиях, а также различных культурных или спортивных. Кроме того, необходимо проверить стратегические объекты инфраструктуры, чтобы предотвратить возможную террористическую атаку. В то же время сотрудники, обеспечивающие общественный порядок, должны пройти дополнительный инструктаж относительно действий в подобных ситуациях.